Здравствуйте, дорогие зрители и гости моего канала Жанна Бертнина, с вами Жанна из Германии. Сегодня такой на мне панковский образ. Вот такой панковский образ, очень расскажу как-нибудь, что это и как это. А сейчас перейдем к агенту провокатёру. Есть у меня два прекрасных аромата. Я уже их, ого, видите, как отсвечивает, я уже их показывала, я их купила. Покупала я без затеста. Объясняю, как я покупаю без затеста. Например, я покупала иногда я покупала ароматы под влиянием YouTube, но я уже поняла, что нужно, как ориентироваться. Во-первых, нужно ориентироваться на цвет волос, естественный цвет волос. Мне абсолютно не подходят ароматы и парфюмы, которые нравятся брюнеткам. Вот не знаю почему. Если блондинки, да, еще под вопросом, что-то подходит. Даже в пределах, наверное, 60%, 70% подходит. В общем-то, то же самое я и смотрю, когда выбираю косметику, например, я смотрю на цвет волос, на внешнюю оболочку человека. Таких вкус брюнеток не для меня. Хотя тоже таких рафинированных блондинок тоже. Такая своеобразная девушка я, женщина. Потом я читаю на фрагрантике. Ну, например, я что-то встретила в магазине, и меня что-то заинтересовало. Я сразу беру, читаю фрагрантику, читаю, что люди пишут. И чем более аромат противоречит ненависть и любовь, тем, значит, может меня заинтересовать. Так вот, я что-то там думала с агентом провокатёра. Я так понимаю, это бренд белья. Никогда не видела я магазина этого бренда. Создал этот бренд Сен-Вивьен. Это пан женщина, и как говорила моя знакомая дизайнер, ну, у которого замечательный вкус, и она обучалась дизайну в Москве, она сказала, что у Вивьен идей очень много, что этих идей хватит надолго. Ну, я думаю, что и сын у нее такой среди рук. Так что вот. И покупала я эти ароматы без затеста. Сначала я купила вот этот аромат. По-моему, я уже рассказывала, видео я делала отдельно, не знаю. Вчера я проэкспериментировала. Я его нанесла сюда. А My Press, который я покупала на той неделе, подробно показывала, что там и как там. Смотрите, кому интересно это видео. Так, я вот тут хавал. Вытащись. Ай. А это сюда. Что хочу сказать о стойкости. Стойкость у них 24 часа. Вот этот. Это больше, чем это. Все наоборот. Вот у этого агент провокатёра, а у провокатёра только много больше, чем у My Dress. Я его сюда нанесла. Так как для меня парфюм это искусство, а искусство у нас самое сильное сейчас в кино, долго мысль меня не отпускала, с чем у меня эта ассоциация, и вдруг резко мне пришло, что это фильм, сейчас вам скажу,
Первая ночь покоя. La prima notte di quiete. Я неправильно читаю, но это на итальянском. Итальянском я не знаю итальянский. Производство Италия-Франция, 72 год, в главных ролях Ален Делон и Соня Петровна. Это потрясающий фильм. Этот фильм можно смотреть несколько раз. Режиссер Юрлини, Нота Вени. Я Валерию Дюрлини. Если вы не знакомы с его творением, посмотрите. Каждый фильм – это реальное искусство, реальное творение и на века. Я уже говорила, для меня, например, гениальность не оспаривается. Ну, Дюрлини, он гениален, это бесконечно. Вообще, как бы, на мой такой вкус, такой киноманский вкус, гений в кино – это, конечно, итальянцы. Кино как искусство – это первое место в Италии. Висконси, Берлини и другие гениальные режиссеры можно смотреть. И этот «Вход 2» Парфюма для меня этот фильм. Объясню почему. Вообще я считаю, что Ален Делон – это вершина актера. Вершина актера. Что я болтаю? Что для меня Ален Делон – это актер номер один. Актер, скажу, наверное, даже если брать актрис и актеров, для меня он номер один. Он потрясающе красив внешне. До сих пор, несколько лет, он красиво стареет. У него потрясающий цвет глаз. Он всегда разный в кино. Он умен как человек. При этом же он был такой, знаете, мальчик из подворотни, практически как бандюга. Но дело в том, что вот, да, Висконти его, в принципе, воспитал. Не смотрела много. Я не скажу, что я все фильмы смотрела с Ален Делоном. Но вот для меня вот этот «Первая ночь покоя», «Первая ночь покоя» – это вот, наверное, лучший его фильм. На мой вкус, это лучший фильм, которым Делон показал искусство, актерское искусство. И для меня Ален Делон – это один провокатор, а у провокатор. Не знаю, первый раз я сравнивала «Парфюм». Ну, я уже как-то сравнивала «Парфюмы» с какими-то актрисами, в основном актрисами. Вот для меня это Ален Делон, а у провокатора, академ провокатора. У этого «Парфюма» потрясающая, красивая, волшебная мир. Я такое мира не встречала. Ну, Лада мира примерно одно и то же, но есть разница между миром и Ладом. Ну, на мой вкус, самая красивая Лада – это Сахануа у Том Форда. Я всегда его советовала в 2000. Вот она Водолей, кстати. Еще надо ориентироваться на то по знаку. Вот она Водолей и я Водолей. У нас частично вкусы сходятся. Вот на это тоже еще можно ориентироваться. Ну, какую статистику. Так, отвлеклась я. Он такой вот агент провокатор, а у провокатор он, можно даже сказать, что мужчине нужно пользоваться. И вот у меня это раз мысль пришла, что это Ален Делон. Я же обещала рассказать про эту картину. С искусством кино. Как это сочетать? Так, кстати, забыла еще сказать. Какое-то сумбурное видео. Парфюма в таком виде, спиртовом. Впервые
разработка была вне сеанса. До этого были же парфюмы масла. А впервые соединили именно в таком виде, и это вне сеанса. Венеция, ну Венеция, это же вообще прекраснейший город Земли. Там такие талантливые люди жили, там тоже, так, а какие талантливые фильмы там были сняты, вот и Берлине тоже, и Висконти. Все в Венеции, по-моему. И вот я поэтому говорю, что парфюмерия — это же великое искусство. Это искусство, что у нас сейчас, на данном месте, на данном этапе. Ну, как искусство у нас. Ну, хочу сказать, что на мой вкус. Еще можно смотреть кино до 1982 года, оно еще куда ушло, как искусство. Потом уже какую-то, ну, так я вижу, на земля попадает, но в основном массе. До 1980 года. И вот, хочу сказать, этот прекрасный фильм, посмотрите. Но рекомендую посмотреть этот фильм после 40. До 40 лет вы вообще абсолютно ничего не поймете. Этот фильм можно пересматривать несколько раз. Там прекрасные, прекраснейшие кадры. Прекрасная актриса. Вот эта вот актриса. Это у нас Майк Рэс. Вот эта девушка, которую полюбил профессор. И такой фильм, конечно, трагичный, но не знаю. Такой прекрасный, тут просто... Ой, на Берлине, ой, на Берлине это же вообще красота, красота. И вот я что хочу сказать. Ну, Матрес это... Там есть отголоски Клима. И хочу сказать, что на Клима похожа Диа. Диа мне не понравилась. Вообще, амуаж, у меня есть амуаж, но... Он хороший, но когда я напрыскаюсь, у меня вокруг... Как будто сливки налиты начинаются, такое впечатление. Мне нравится только у них опыт. Вот. Что послабленно. А такие нет. Так, а вот здесь вот... Я просто помню Клима. Это же Клима духи 70-х годов. По-моему, в 69-м году или 67-м разработали Ланком. Где я пробовала, мне не понравился. Он какой-то навязчивый запах. Главное, что начинает болеть. Хочу сказать, что одного шика хватит, что у этого, что у этого. Столько у этого помолвки. 24 часа. И даже сейчас у меня еще что-то осталось. Так. Запахи это не вечерние, скорее всего, на день. Нам нужно выпить очень мощно. Я пробовала, как-то экспериментировала вот этот, как-то бодрящий, бодрящий такой мир, бодрящий. Если саха, оно не бодрит, оно успокаивает, и засыпаешь его на ночь хорошо. А это, он бодрящий. Как я уже рассказывала, я покупала без теста и читала. И вот самое интересное, что... Агент Провокато без затеста и два аромата, и меня не разочаровали. Вот. И ассоциация у меня — это первая ночь покоя. Лучший фильм Алена Делона. Это вот Ален Делон. Вот это его возлюбленная по фильму. Прекрасная, прекрасная девушка. Да, вот этот аромат, вот. Моя пресс. Это она. Такая. Ну, не знаю, вот я рассказываю, мне сейчас прям. Я сейчас заплачу. Я просто это. Такой фильм. Эмоции просто выжимают. Эмоции выжимают этот фильм. Но сразу скажу, молодежь вообще не поймет.
Потому что после 40, после 40, 50, 60, вот это люди памятник. Этот фильм. Прекрасный актер, прекрасный кадр, прекрасная атмосфера. И этот фильм еще чем интересен, он показывает историческую эпоху. Это вот эпоха 70-х годов, это вот эпоха расцвета киноискусства, моды и интеллектуального потенциала Европы. В принципе, Америки так. Но Европа в то время была в плане искусства, моды. Правильно, конечно, в 70-60-е годы. Поэтому рекомендую смотреть фильмы нуар, например, тоже вот, я же говорила, ну и раз приведу здесь снизу, сделаю ссылку на фильмы жанра нуар. Чем они хороши? Сюжеты, актеры, актрисы, а также мода. Мода, там такие костюмы, там такие макияжи, там такие прически. Не смотрите свои меня, у меня такой панк сидит. Согласна агенту Рококо и дизайнеру, да? Я заставила, кто он такой. И, значит, тому времени. Там такие студенты, профессора тоже. В общем, такое получилось длинное видео. Кто посмотрит этот фильм, напишите, какие впечатления произвёл этот фильм. Негативные не пишите, потому что я все равно сотру. Я сразу пойму о том, на каком интеллектуальном уровне вы находитесь, если вам этот фильм не понравился. Если вам не понравился этот фильм и не нравится Ален Делон. Для меня ноу-гоу. Если людям не нравится Ален Делон как актер, как человек, то для меня это странно, как люди не могут принять такого. Много самый лучший актер всех времен народов, это икона. Это должна быть икона, иконище. Иконище вообще для всех. Я не веду актеров и кто хочет стать актером. Ну хотя вот для американских актеров иконище это Джеймс Дин, по-моему. Ну Джеймс Дина я пересмотрела и единственный фильм мне понравился «Фантазин», где они снимались с Натали Вуд. Продюсерский фильм. В общем-то, посмотрела даже я документальный фильм, после смерти сняли о нем. Что сказала, почему я приплела его с Аланом Делоном? Потому что я сказала, что вот это у нас Алан Делон — это эталон актера. Ну, где-то я прочитала, что эталон для начинающих американских актеров — это Джеймс Дин. Я уже спрашивала у одного человека, который разбирается, ну, не разбирается, он создал много-много-много-много фильмов о передач, о кино. Я спросила, у вас есть такой фильм о Джеймс Дине? Он говорит, я не буду создавать о нем фильм, типа люди пока недостойны, чтобы я снял передачу об этом актере. Ну, я, в общем, я его поняла. Почему? Почему Джеймс Дин? Потому что он человек удалей, и он был очень открытым человеком. И человеком новой информации, когда в то время искали
для того времени искали героя, и он вписался в образ бунтаря героя. Да, вы помните, как он называется? «Бунтарь без причины». Не первый его фильм, но там первый американский фильм с элементами семейного насилия показан был. Это нонсенс, это время показать такое. Ну, кстати, у режиссера есть, вот как я еще смотрю фильм, собственно. Если вам режиссер фильм понравился, смотрите, что снимал этот режиссер. И вы найдете еще хороший фильм. Вот. Так что вот так вот. Парфюмы, кино, история. Давайте со мной, будет много чего интересного. Все, у меня еще есть задумки снять для моего плейлиста. Черта. Кое-какие фильмы вам порекомендовать. В настроении похожу. Вообще, кто смотрит первый раз меня, это такое мое пожелание ютуберам, которые снимают видео, делают плейлисты. Плейлисты. И свои видео кидайте в плейлисты, потому что это удобно для зрителей. Например, я просто смотрю сразу плейлисты, плейлистов нет. Копаться во всех этих видео, что там у вас поснято, мне не интересно. Но люди в основном выбирают по темам. Поэтому я хочу сказать, что меня вообще не пугает, когда каналы, значит, много тематичные. И это неплохо, потому что можно сказать по плейлистам. Парфюмерия, косметика, путешествия, значит, что там, кино, там, видите. У меня тьма плейлистов. Их надо удалить. Это удобно. Так что такое мое грустное видео. О двух шикарных парфюмах. Рекомендую. Оба парфюма. Я считаю, что они подходят блондинкам. И красным блондинкам они тоже подходят. И подходят они... Вот этот вообще подходит, наверное, 17 или 18 лет. Вот этот подойдет уже... Ну, скорее, после 30. И я считаю, что оба... Вот сказал, со скольки, с какого возраста они подходят. И там до бесконечности. Если бабушка в 94 года, если осушает девушкой, то очень удобно. Так что вот так. До свидания, дорогие. Кто хочет, подписывайтесь. Кто хочет, подписывайтесь. Кто хочет, ставьте лайки. Кто хочет, ставьте дизлайки. Дизлайки я все равно не вижу, когда их ставят, честно говоря. Ну, никто, вот я сразу хочу сказать, ну, никто не обращает на дизлайки. А потом еще дизлайки, лайки, они ютубом, кстати, вот.